Так, ребят, всем привет. Хотелось бы отдельное видео сделать по поводу прокладки ГБЦ на классику. Я ставлю себе, да, вот на машинку. Видно, вот все готово к установке головки. И вот я выбирал прокладку, то есть я никуда не спешу. Деньги, в принципе, мне без разницы, сколько она стоит. Там цена не сильно у них у всех отличается. Какую я выбрал? Я выбрал прокладку BCM. Вот, отлично видно название, да, вот у меня поршня на 79, то есть мне 2101, вот видна ихняя голограммка, как она, лейбочка там, как вот называется. Почему именно ее? Потому что, во-первых, у нее лучшие, самые лучшие отзывы в интернете. Во-вторых, она, так видно, вот какие-то колечки у нее хорошие, такие широкие, вот видно, что вокруг цилиндров, что вокруг масляной магистрали, да, то есть вот хорошие, реально такие широкие, толстые, с такого вот металла. Вот по краю есть герметик, да, то есть чтобы она нигде не сопливила. Она в меру мягкая, в меру толстая, то есть металл пакет я ставить не стал, не вижу смысла в нем именно для моего мотора. Вот, а, наверное, для хорошего атмосферного мотора это вот лучшее, что можно купить. Про Виктор Рейнс почитал, думал поставить его, но там очень негативные отзывы пошли, то есть что подделки и так далее, что текут, потому что они тонкие, то есть вот эта вот прокладка толстая, да, вот она имеет толщину такую, ну, приличную, скажем так, вот, но она хорошо обжимается и хорошо все держит, а Виктор Рейнс тоненький и начинает подкапывать посол, вот, и течь по краю блока, как бы, в принципе, нехорошо это все. Поэтому еще раз вот себе на машинку, да, вот кто знает, кто следит, эта машинка была в обзоре у Андрюхи, владельца Жигуля. Также все видео есть у меня на канале по сборке этого, скажем так, настоящего Жигуля, то есть это копеечный родной блок, низкий объем здесь будет 1,6, все в идеале, и посмотрим, на что способен настоящий Жигуль, не шеснарь, не иномоторы, а настоящий Жигуль, копейка, как она есть на родном блоке. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, следите за другими моими видео, вот здесь вот вам выпадают в списке, жмите на колокольчик в подписи. Всем удачи, пока!